Всем привет, с вами Саня и Стас. Мы продолжаем. А что ты дорогой, а я тоже буду хочу. Давай. Да, мы продолжаем. Все, всем пока. Проходить Call of Duty Modern Warfare 2. Модификация. Кооперативная. Миссия враг моего врага. Как? Завернул? Все, в общем. Короче, нам пиздец опять. Мы, короче, в предыдущей серии пытался убить Шепарда, но не получилось. Ну, блин, ну то, как ты пытался, реально было эпично. Ля. Снайперки? Не знаю. Какой-то Иван? Не знаю. Нихера тут происходит. Можно мне вместо Можно, пистолета? Да, постреливать. Блин, а там бронемашины. А вертолеты за нас или против нас? Это машины, блин, или так есть джипы, блядь, что это за хуйня? Не знаю. Это же миссия, когда уже Шепард пытался бежать? Да, походу. Или что, я не понял. Не, ну он как бы дальше тоже бежит. Бля, мне интересно будет, что будет, когда будет на... Знаешь, какая тут после финала миссия называется? Убей Шепарда. А, это типа... А, что это за миссия? Это я серьезно? Не знаю, нет. Нет, это, наверное, последняя миссия. Разве нет? Да. Так, я надеюсь, мы проберемся. Как крутые. Крутые. Сань, ты знаешь, что крутых ебут в жопу? Весь нахер. А? Не надо, да? Кого ебать? Или что не надо? Просто не надо так. Тихо. Откуда? Кто? Я ничего не вижу. Не хочешь, чтобы на твоем канале ебали в жопу кого-то? Спасибо, что прикрыл. Шепард-герой. Блядь, собака! Бля, такая музыка эпичная. Убил? Да. Так это Хэн Зиммер что-то хотел. Пошли сюда. Вот с этой стороны пойдем. А может... Тихо, откуда? А сверху? Ой, блядь, там еще больше ездит справа машины. Тихо. Да. Может вот так вот пробежать? Ля. Вообще удивительно, что они с Макаром договорились. Ну? Тихо! Ой, бля. Бля, там вертушки! Там вертушки! А я как их сбить-то, блядь? Не знаю. О, сюда можно пройти. Не знаю, кто ее сбил. Ну, мы еще как-то пока держимся. Что дальше будет, не знаю. А, блядь, тут еще с погоня будет на взлетной площадке. Бля, ну пока все хорошо идет. Нихера! А кто подорвал? Не знаю. Ты? Ага. Ты? Да, блин, с патронов, блин. Патрона. С какой-нибудь взрывающий патрон. Ага. Со своего патрона, Сань. Чё, ну? Странно, конечно, иду. Ну, там кто-то ест-то. Кто-то ест? Кого, если будет отсмотреть, сдохнет. Он так часто это повторяет. Кто-то есть-то. Ох, бля! Ну чё, прыгаем? Да не, наверное, не надо лучше. Пока. В принципе, вот там можно спрятаться. Где? А, вот, пошел я. Ну, смотри, сейчас проверим на тебе. Можно там спрятаться или нет? Там нужно
Бля, побежали. Ебать, что происходит? Не знаю. Меня ранили чуть немного. Им, пока ты что, по- погнали вот так вот? Вот так вот, блядь. Вот так вот. Охуеть. Кошмар. Тихо-тихо. Украдно. Патроны кончились. Патроны кончились. Патроны кончились. Сейчас упаду. Спасибо. Да какой-то, блядь, Warface PvE, блядь. Warface PvE миссии, блядь, конченые. Просто там боты ебут так. Это пиздец. Ух, повезло. Нереально там без доната пройти, мне кажется. Да бля! Восемьдесят метров. Ох, нихера. Что там такое? Там БТР целый едет. Их тут до хера. Блин, их до хера. Откуда это? Не помню. Ну, просто ты столько фраз повторяешь, я уже, блядь, все запомнил. Вертушка? А что за хуйня? Не знаю. Мне кажется... Тут БТР, в котором все чувак стреляет, но я по нему стреляю, ему похуй вообще. Просто бе... Ой! Спрятался. Ты видишь этот БТР? И что, да? Это наш или я не могу понять? Я не знаю. Побежали к вертушке. Ля, приехали! Ехать! Блять, иди нахуй, я первый. Я сел! Пиздец, как это работает? Не знаю! Охуеть, Саня, блядь! Блять, Саня, спаси! Блять, я упал! Спасибо! Чё происходит? Я... Блять! Ты едешь, что ли? Ты рулишь? Нет. Ух. Чё, в этой же части такого нет. Нихера! На, с ножа! Блять, снайперки с упор, блин, круто. Меня почти убили. Я бы тебя поднял. У меня патроны закончились. На, гранату! На, гранату! Бля, я с Прайсом сижу, нихуя. Ой, ебать, вот это эпик, конечно. Бля, мне рулить надо. Да? Да. Ебать пизда, ебать пизда. Я выпал. Что сделал? Я выпал. Куда? Не знаю. Просто я выпал и черный экран, типа сдох, типа. Ну все? Это конец? Получается, да. Нихера. Нихера, он крутой. Ну ладно, не, ну, вообще классно, если ничего не скажешь. Не, ну прикольно получилось. Ой, бля. Так, так, это вот это? Потом. Да. Вот это? А потом? А вот это что такое? А вот это потом увидим. Не, ну музей понятно, а это что? Ой, бля, ну ладно. Ну это длинная миссия, по-моему. Главное, чтобы не вылетело. Вылетит, скорее всего. Бля, музон прикольный. Нихера? Не вылетела? Ну, пока нет. Я не понял, ты Call of Juarez ни одну часть не проходил, да? Не-а, вообще не играл. Странно. Ой, нихера. Ебать, вот он сидит, ля, блядь. Ну, нихера все, винтовка. Так, тихо. Похоже, по-тихому. Они расходятся. Отлично. Подождем. Этот код стоил цены, которая за него заплачена. Впереди Альфы. Путь по руслу свободен. Прием. Право. Песчаная буря. Почти ничего не видно. Прием. Зулу. Двигаемся на восток вдоль каньона, к северу от дороги. Прием.
Я уже не помню, когда, как было интересно, когда первый раз проходил. Я даже уже не помню, блядь, ощущения. Чё? Бля. Я даже не стрелял? Ну хуй с ним. Ты что делаешь? Взял, убил. Прайс, может на машину сядем? Уедем отсюда. Как в старые добрые времена. Интересно, где тебе цепляться? О, я сразу цепляюсь. А ну, ты камеры шевелишь? Да. Шевелю? Ну, видно. Я тебе... Ну, у меня своя камера. Просто ролик какой-то и все. Бля. А ты сейчас его уберешь? Это ты нажми. Бля, у меня пишет мини-гейм, мне такие руки. Шо? Мне просто руки такой, такие убили, это и все. Ты ведь чисто одни руки и все? Да, чисто одни руки. И мини-гейм надпись посредине. Заткните. А хули мы замечены? Саня, блядь, это... Я не трогал никого. Это, блядь, ясно, блядь. Да, круто. Конечно, конечно я. Конечно. Ничего не успел сделать, даже пошел за тобой. Так, блядь, пернул, как обычно, если слушаю. А-а-а. Торт. О, тут что-то по телеку показывают. Прости. Вот еще телек. Смотри. А теперь это превратился в телек Терминатора, блядь. Блядь. Где Прайс? А где смоктайр? Кстати. Так и я же, блядь, смоктайр. Или нет? Что происходит? Не знаю. Помогите капитану Прайс. Прикрывать Прайс. А, следовать уже. Ну, у меня вектор мне не нравится. Хорошо стреляет, конечно. Щит? Щит. А я не знаю. Вот там. Возьми. А, вот я тоже вижу щит. Вот я вижу зомби. Ты взял? Да. Я тоже взял. А как они? А, их, наверное, просто больше одного. Ебать. Бать, держи, держи, блядь, ну нахуй. Блядь. Здорово, мужики. Что стоим? Блядь, ты не... я знаю, я просто не мог пройти. Так, а хули тут проходить-то, блядь? Блядь, меня сейчас убьют. А что они хотят, блядь, не понимаю, что я должен делать? Стреляй, может, в них, я буду тогда идти со щитом. А кто их убил? О. А кто их убил? Не знаю. Прайс? Блядь, я вектор выкину. Ну, что поделать? Щит этот поменял вонючий, блядь. Ну, что поделать? Нахуй мне нужен, блядь. Так, снова щит? Вектор, верните, блядь. Нихера там! Мужики, вы где? Бать, у них там ники. Ай! На! На! На, 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 на. Блядь! Ай! Охуенно. Я чуть, я тут, я чуть сам не сдох, кстати.
пока все отлично. Гранатка! А, сколько гранатки вторая, да? Прикинь, если реально победит голосование из Warspeed, блять, и сука, прохождение из Warspeed будет. Ты ждешь, пошла. Бля, граната! Почему такая большая дальность? Гранат, я так далеко. Блять, я тебя еще уебал дополнительно. А прикинь, себе умер. Охуенно было бы просто. Не, ну миссия достаточно такая, осторожная. Тут куча мест, где можно укрыться, и они на нас не бегут. Как обычно. Так. Зачем мне наделал тепловизор? Ну какой тепловизор? Наделал? Наделал. По-моему, ты просто наделал. Патроны заканчиваются. Надо брать что-то другое. Никого. Ой, чуть тебя не убил. А, здесь у нас припасочки. Они у меня просто на глазах спанятся. Я прям вижу, в воздухе появляются. Добись, да? Я вертушку сбил. Как вы? Она сверху была. А что ты ее сбил? Взял РПГ, здесь оружие оказывается. О, хуйня какая-то одна. Так, куда пошли? Пробить? А чем пробить? А, пробить не бало. Штурм нужен. Ой, бля. Подожди, я сейчас оружие поменяю. Это снайперка. Сейчас бы со снайперкой зашел, блин, и такой, ой. Какой щит? О, 107 патронов, ну ладно, хоть что-то. Что, готов? Ебать, я не знаю. А, блядь, там бомбы, смотри, там бомбы. Тихо, по головам, чисто. Блядь! Фу! У меня кто-то толкнул, я аж подлетел. Прайс, сзади тебя был. Капец, как повезло. Пиздец, экшен, я хуй какой-то, блядь. Ебать, да, сколько газировки? Угу. Нихера. Это я в Apex. Новое задание, какое? О. Бежим. А, сейчас взорвется. Бля, бежим. Бля, телепортнул. Черный экран. Ай! Ай, кто? А тебя телепортнуло, короче, тебе не дают, а там тупо толпа в ртине, короче, лежи. Окей. Сейчас, как только дадут стрелять, я их поснимаю. Помоги мне. Ползи пока сюда. Нихера ты прыгнул. Наш вертолет? Не знаю, это мы на Донбасс приехали. Посадь тебе? Тихо. Не, парни, все так просто. Тихо, гранатка! Гранатка осколочная. Бля. Ползи. Это бочки еще взорвались какие-то. Блядь. Бля, когда это закончится? Они подходят туда. Вот это начинается прессинг с их стороны. Начинает идти сюда. Все, начинается пиздец.
До этого они к нам не шли, так вот тупо стояли просто. Мы справимся. Хотя не, мы проебем. Ты сказал, и нам тогда везет. Иди нахуй. В смысле, не понял. Нам надо настроиться, что мы сразу проебем. Надо стрелять, пока они толпой идут сразу. Осторожно, там бочки. О, черный экран. А, все? Или нет? Походу, да. Да, походу, да, все, походу, конец. Ля, неужели? Ты так быстрее хотел закончить. Финна, ну пошел, ну давай. У меня просто музыка из меню начала играть, и просто меню было, и слышно Шепар, то есть этого, Прайса. А сейчас? О, сейчас музыка из меню, ну ладно. Не, игра хоть есть? Да. Не жалко тебе. Так, подожди, у тебя, там, у тебя оригинальная музыка или нет? Ну, как в меню играет. А, ну, у меня именно из сюжетки, которая... Ну, ладно. А ты с нами едешь? Да. А ты стрелять можешь? Да. О, это босс? Да. Заткнись. Ебать на пизда, блядь. Да бля! Ух, Шепарда! Ну сейчас... Шепарда. Нас подствольник! Блядь! Нас не уебал! Ты когда сказал нас подствольник, нам в рынке прилетело сразу. Вертолеты! Хер. Кто? А это ты рулишь? Да. Нихера. А что такое? Ой, блядь. Нихера. Вот это, блин, как же было прикольно на снегоходах, наверное. Все прикольно, что? На снегоходах была, наверное, прикольная миссия. Ну да, могли просто, наверное, сделать, но там какие-то проблемы. Интересно, когда так вообще вышло? Когда мы сделали, интересно? Вроде бы в прошлом году. Вот еще, блядь. Я как-то легко уворачиваю, честно говоря, я удивлен. Я не всегда раньше не въебался. Еще вертушки стреляют. Я перезаряжаюсь. Ой, бля. Уи. Еба колбасит. А тебя колбасит? Сейчас нет. Я колбаску. Сзади! Еще получишь, пацаны. Пацантре. Не, с посольника это походи. А я понял, что это что за килл, Шепард. Это именно уже сцена там, где с ножом. А-а-а. Походу. Потому что тут после водопада будет загрузка. Интересно, как это будет выглядеть? Не знаю, но это интересно, конечно. Ты будешь, наверное, бегать со стороны опять. О, как заиграло громко. А сейчас мир будет, я думал. А сейчас нет. Капец, капец громко! Прайс! Ебать ты! Что такое? Ибо ты там летел в воду. Там. Все? Туман? У меня ничего, у меня просто черный экран. Ага. Ну давай, kill Shepard. Kill the Shepard. Вроде бы сюда он не вылетит. Ту-ду-дун. Не, ну все равно, как коп какой-то, по сути, рабочий, можно сказать. У нас Синерджи, когда мы играли, тоже проблемы были всякие. Ну да, но... Хотя бы... О! Нихера, где... Я удивлен вообще, как они сделали это. А как мне... Я в музее.
Да? Да, как мне добраться к тебе быстро? А, что, на этой карте оказывается музей, на этой карте? Да. А как мне к тебе добраться? Я не знаю. Бля, все пропускаю. А во, я телепортнулся. Здорово. А что, оказывается, теперь мы знаем, что где-то внизу сделан на этой же карте локации музей? Да. Странно. Я думал, он отдельно сделан. Зачем его сюда пихнули? А что ты возле меня? Ты можешь спокойно ходить, да? Нормально. Или да. Тоже я просто с ножом. А как я иду вообще? О, здорово, мужик. Сука, блядь, я никого не убил. Вон он идет. Ну, сука. Иди сюда, нахуй. А если бы блядь, что будет? На. 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 Я мимо. На. 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 Анду, сделай еще раз. А где Прайс? Ебать. Оля, ты че, сука? На! Блять! Блять, Саня. А что будет, если ты меня поднимешь? Я не могу! Ты серьезно, блять? Ты меня под землей. Бля, ты бы это видел. Ты просто под землей. А, ты решил перезапустить? Ну а как? Ладно, я случайно просто по тебе ударил. Так, бегу. Меня тогда телепортнуло просто. Надеюсь, опять телепортнуло. А, вот все. Да, блядь, иди, я пьяный. Я пьяный, капец. Иди сюда, я твой проводник. Возьми пистолет. Да, добиваю его или ничего. Ты его добил? Там пистолет надо взять. Ты пистолет возьми. Тебе же нужен. Нахуя? Не, не нужен. Тут пистолет, там ничего не надо будет делать. Я ж не смогу его взять. Не, ну смешно будет, конечно, но если ты по мне попадаешь, то все пиздец. Он через тебя ебанул меня, просто сквозь тебя. А что за хуйня? А, я думал, все. Он просто стоит и не открывает рта. Мотаешь. Заткнись, бля. О, ля. Ебать. Блин, да. Тупо, устанешь, самая интересная позиция, блядь. Тупо 3D, блядь, устанешь. Ну, блядь, ты бы это видела. Блядь, я посмотрю, конечно, серию потом у тебя. Я ну как она вылетит. Вы тупо телепортируетесь. На, сука. На, сука. На, сука, терминатор, ёбаный! Ебать, я помогаю ему, блядь! Я помогаю! Не умирает! Реально, терминатор, блядь! Блядь! Ебать, ебать, что с тобой сейчас было? Ебать, Саня бутилует в кого-то, блядь! Саня, вытащи нож этот, ебаный! Так вытащи! Жми! Та же, ну, блядь. Блядь! Жми! А что нажимать? Уже все. Е? А, он, ты его убил? Кого? Ты меня, блядь, урод. Ты меня, блядь, ранил. Так ты все равно можешь. Да? Угу. Я нажимаю еще. Жми Е. Ебать, а что происходит, блядь? Блядь, ты видишь, что, блядь, происходит? Я, блядь, я под землей. Блядь, я ничего не могу сделать, я под землей, блядь. Тут безголовое тело. У
Умираю, помогите. Блять, ну ты пидорас, просто пидорас. Ты бы это видел, знаешь? Короче, стрелого тела. Ну как ты разболтается? Хочет кинуть. Это слез. Блять. А, блять, куда идти, блять? Блять, со мной. О боже. Смотри меня, ебашь отсюда. Мукталиши какие-то. Я спасу тебя, дружок. Смотри, на. Команда, блядь. Блядь, не надо меня вот это ебашить. Я тебя трогать не буду. Спасибо, блядь. На, сука. Блин, я не обратил внимания, у меня его ник писал, а не Шепард, а как-то по-другому. У тебя пишет его ник? Нет. Он мне пишет. Он мне просто как статичный, какой-то чего, какой-то статичный. В плане статичный, у тебя даже не двигается, что ли? Не, сейчас не двигается вообще. Не, когда он нос мне въебал. Ну, двигался, да. Ты, короче, у тебя голова тупо торчит, и в земле нож. Завтра будет много добровольцев, много патриотов. А что, тела нету? Ног там? Не-а, чисто нож. О, ш... Прайс. Что можно посмотреть со стороны, как ты работаешь, как это сделали? Кстати, мне попадался видос, где со стороны показывается касцена в Резиденте. Там свет меняется, все такое. Тоже забавно. Бля, кринч происходит, конечно. Мне интересно больше, как он, вот этот чувак мой, как он полз за пистолетом на животе, если у него в животе нож. Я вообще не понимаю. Таня, ты не того ебашишь, нахуй ты прайса бьешь? Да у меня я бью Шепарда. Я так. Да блять. Что-то нихуя не получается. На! Да с... А хули задание провалено? Я не знаю. Не тыкал клавишу? Ой, бля. Да нет, я нажимал с самого начала, блядь. Может, мне не стоит их трогать? Да я не думаю. Блять, пиздец, просто обычно не мы не можем касцену, блядь, пройти, по сути. Я и так долбил по клавишам, не знаю, ну нормально, достаточно быстро. Там пишет клавишу, какую надо нажимать, да? Да, 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 да. Не, ну я же, блядь, не долбил. Я вижу, он пытается, ну, достает нож. Ну просто. Я не понимаю, что еще ему надо. Пытается выстрелить. Так, Сеня не стреляет. Не знаю. Здесь у него поза, конечно, сексуальная была. Блять, я не знаю. Мы тогда дольше продержались там, а сейчас я не знаю, что за это. У меня над ним пишет ник Гилс какой-то. До этого другой какой-то ник был, но не Шепард. На! По землю. Я бегаю у тебя по кругу? Да, 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 да. Блять. Я знаю, ты понимаешь. Сейчас мышь... На! Пизди его, пизди его.
Ебать, ты подскочил, блин. Я не знаю, я сейчас буду нажимать все, что могу, ну, блядь, и... Может, мне тоже надо клавишу нажимать, но мне не пишет никакую клавишу, просто нож показывает. Можно нажимать, конечно. А какая у тебя клавиша? Та F, F. Окей, буду тоже нажимать. Нажимаешь? Да. Нажимай, нажимай. Жми. Здесь у тебя анимация есть, как он достает? Да есть, но, блядь. Да, и... блядь, ну оно долго просто, понимаешь? Я не могу ничего сделать. Блядь, ну сколько надо ему, а? Я не могу уже. Сейчас там вроде бы шепр должен быть наверху. Мы просто они просто друг против друга стоят. Да, блядь, доставай ты уже, ну ёбаный рот. Есть, походу. На, сейчас уякнешь. Кидай! Левой клавишей мыши. На, нах! О, да. А ну сбегай там, где вот эти вот здания какое-то, что там вообще есть. А, туда нельзя забраться. Просто здание такое, обычное. А что там за текстуры интересные? Низкого, наверное, качества какие-нибудь. Вроде бы нормальные. А, ну ладно. Вроде бы. Там что-нибудь как налепили. Эй, Прайс. Что-нибудь. Ты что, сдох? Ты что ему делаешь? Блядь, я бы сказал бы. О, он открыл глаза. Да, он прямо у тебя открыл? Да, о, кашляет. Здорово, мужик. Че, плохо? Ну, Шепр тоже пользу сделал. Он это воду с него выбил, с Прайса. Ты б себя видел просто. Там тебе пизда. Ой, бля. Бухла. Пулей расселся. Пацаны. Пацаны. Есть пацаны. Донбасс. Донбасс. На. На. Я улечу без вас. Прощайте. Да, блядь, сесть не могу. У тебя тоже черный экран был? Да. Титры? А, титры есть? Да. Ничего вроде бы даже будет это... Как её... Музей будет даже в конце. Не, его надо отдельно запускать. Нет, здесь будет в конце. Бля, мы я в музее. А ты ходишь там? Я хожу. Ну, у меня просто не, у меня камера двигается. Ебать, блядь, не могу, блядь. Саня, встань, ты крутой. Ебать. Блять! Ты серьезно? Это можно было сделать? Ты видел, ты женщину убил. Упс. Ебать, это реально? Это так можно было сделать? Удеть. А перед, я перед тобой сижу или что? Да. А у меня персонаж полностью полноценный персонаж или что? Или просто оно? Полноценный персонаж. Я не могу ходить, ничего не могу. Ну ты... А ты поворачиваешь камеру? Она чуть-чуть двигается и все. Блять, Саня, тупо развалюсь в музее, блять, спасти. Да, сука. А у тебя есть гранаты? Нету. А ну ебни меня. Нихуя не получается, да? Ну, в общем, что? На этом можно, кажется, заканчивать. Ну давай дождемся до конца, когда титры закончатся, ты можешь по музею бегать. Ты Шепард. Я думаю, вряд ли я смогу бегать. Мне кажется, сможешь. Почему я оружие не могу взять? Почему? Что, Саня, как тебе вообще?
коп. Ну, коп нормальный. Мне понравился. Угорать можно. Спецоперация, конечно, получше, но вот это уже. Ну это ж, ну это же сами этим. Можно сказать, зрители, фанаты сделали. Не понимаю. Благодаря спецоперациям это и получилось. Жаль, что нету на Modern Warfare 3. Было прикольно. Может, когда-то сделают. О! Вот сука! Что? Блин, понимаешь, с моей стороны это еще смешнее выглядит, чем у тебя. Потому что у меня типа сценка такая, где этого не должно быть. Сейчас какой-то чучело бегает. Сейчас я найду какое-то крутое оружие. Погоди. Базука! О, сейчас я с базуки херакну. Я... Смотри на Шепарда, ты видишь? Да-да-да. Бля, она немного в него не попала. Да, мне кажется, скажи, Равидерчи. Блять. Все, почему значит звука нет? Ебать, он же валится просто. Так. Нету что-то с подствольником? Без зарядки нет? Да как это кринжово? Не, ну в принципе можно заканчивать, как бы, я не знаю. Ну я тоже не знаю, что дальше будет. Ничего, что я не буду смотреть. Мне казалось, вроде бы как ты сможешь по музею бегать, но зачем это, я не знаю. Или нужно. А ты, а что ты взял, что могу? Ну, вроде бы видел видос, что можно. Ну это надо отдельно в музей запускать миссии, наверное. А ее нету. Нет, она есть. Да? Да. Уверен? Уверен. Сейчас вылетит ара. Подожди, это ж Kill Shepherd. Не. Это музей? О-о-о. Ну если вылетит игра, не дай бог. И что? Закончим, да. Наверное. А как же музей? А, ну ладно. Хотя, по приколу, можно взять Kill Shepherd с моей стороны. И посмотришь, как это выглядит. Я на видосе глянул. Загрузилась? Да. О. Ну вот. Бля, ну, Шепарда можно убить? Пизда, я когда-то... На! Убить. Я убил Шепарда! Серьезно? Еще одного Брайса убил. Макаров, на... А, нет, не Макаров. Ебать, я убил. О. Ля, мужики. Что происходит? Смотри, куда стреляешь. Что сейчас было вообще? Не знаю. О, ГОСТ! На! А, не могу его убить. ГОСТа нельзя убить! Нельзя убить, и тупо ГОСТ падает. А что там дальше будет? А все же. О, вертушки. Танк. На танк сесть нельзя. А там еще что-то есть? Да. Это босс? Да. А тут еще дохуя всего. Да? О, СОП! И ГОСТ! Ставлю мину! Сука! О, ля, снайпера! Чернобыль? Дальше смотрим. Аж жалко как. О, это заложники. И СОП с заложниками. СОП с заложниками. Ля, джигурнаут. Нихера. Вообще разнесло. Опа. О, бомбы эти не взрываются. Капец, мы уроды. Оля!
А что, Стас, Стас, а если... Мы уроды? А. Смотри, хитрый. Это даже воды, это два эффекта какой-то, скорее всего. Ебать, что это было, блядь? Нажми Q просто. Это же звук, ты как булькало что-то. Да. А что это было? Не знаю, чувак вроде... Сука. Ай, ладно, короче. Подожди, давай дальше посмотрим. Вот еще здесь. А, здесь мы были. А, все? Нет, ну, вот да. Тут я не был. Ну да, здесь. А так они маленькие, они, конечно. А что у нас на пятер? О, на пятер. Хотя этот. Тут уже маленький, блядь. Не пойму, что размер этого. Ну да, это относительно, он небольшой. Блять! Ну все, всем спасибо. Было спасибо, забавно. Спасибо. Ну вообще, да, ну нормальный клуб, если он там просто вылетает, да, и некоторые миссии нет, но то, что есть, работает. Я удивлен, прям просто. Я вообще удивлен, как они так сделали, что прям сцены всякие проходят нормальные. Ну. Не, хотя не с моей балует. Стороны это очень смешно. Ну да. Короче, в общем, клуб есть клуб. Какой-никакой он есть, мы прошли, я бы с удовольствием прошел какие-то другие мод-копы на там Крайзис, там еще куда-нибудь, ну пока их нет. Вот если все нормально будет, состояние там не откажется, и я смогу, думаю, мы-то еще Far Cry 5 собирались записать, и Black Mesa, как минимум, хотя бы. Black Mesa, еще есть такая игра, как Shadow Warrior 2, тоже в кооперативе. Ну да, можно ее еще. И еще Саня предлагал какой-то резидент, я не знаю какой. Можно его еще. И еще я думал, если, не знаю, Вова, как бы он всегда согласен, Вова, ты знаешь, вот, а скорее от тебя зависит. Может, если захочешь, можем втроем пройти Острый как Future Soldier. Не, на запись не, уже ну, слишком, уже не хочу. Чего, так мы же не играли, думаю. Мы же вообще кооп не играли, по-моему, или играли. Играли, мы записывали даже кооп. Ну так это было, блин, 10 лет назад. Ну посмотрим, а как оно, посмотрим, как оно будет. Да и, блядь, там качество такое было, просто пиздец, раньше. Ну, в общем, ладно, до следующего клуба, значит, увидимся. Я думаю, тут... Там был Саня и Стас. Всем пока.